Анонс и точная дата выхода 13 серии нового российского сериала «Гости из прошлого». 13 серия сериала выйдет на телеканале СТС 16 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Сергей забывает о годовщине свадьбы и стремится загладить оплошность. Павел идет на очередное ухищрение, чтобы показать Паше, что ему не стоит быть вместе с Ниной. За деньги он нанимает бездомную женщину, чтобы она прикинулась Ниной из будущего. Матвей Платоныч получает из архива необходимые для возобновления эксперимента дискеты. Риме он говорит, что ему нужно уехать. Сергей отправляется в сауну к своему партнеру, чтобы помешать разговору с префектом. Ведь подпись подделана, и если это всплывет, то ему будет сложно. Сергей оказывается в 1982 году в пустой квартире и в полном одиночестве. Вскоре он понимает, что попал во временную петлю. Света разрывает отношения с Сергеем и ищет поддержки у Людмилы. Напомним, 13 серия сериала «Гости из прошлого» выйдет на телеканале СТС 16 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.